Мы не понимаем, насколько мы пока еще не люди, не являемся человеком. Нас сделали, нас накачали различной информацией, кинули, и мы тут крутимся в этом вареве. Глядя снаружи на человека, ты думаешь, как он живет, зачем он живет. Все просто приходит и уходит, пока не заканчивается. И так все. Когда же мы говорим сейчас, что мы хотим, наконец настало то время, когда мы, все человечество, к этому придет постепенно, мы должны создать из себя подобных Творцу, такие проекции, такие подобия, свободным образом, тогда мы действительно сегодня наталкиваемся на проблему, когда мы не знаем, что с собой делать. Дай нам пример, покажи нам точно, что делать, как продвигаться, чтобы все было ясно. Человек сегодня находится в таком состоянии, когда есть тысячи разных направлений, он находится в беспомощном состоянии, от этого у него возникает отчаяние, он не знает, что делать с собой. У него нет наполнения, нет никакого ясного состояния, это большая проблема. Но это признаки развития свободного человека.